Кандидат мастера спорта по боксу, чемпион по панкратиону. Его вес составляет 62 килограмма, росту 67 сантиметров. Уроженец Карасуйского района, Мады. Команда Туалос, тренер Дима Журоев. Встречаем Ислам Улу Эляман и его соперник, весовая категория 61 килограмм, рост 175 сантиметров, уроженец Ошской области, село Харахулджа, кандидат мастер спорта по боевому самбо, команда Алматы Джашкуч, тренер Абдичалов Фару. Встречаем Супатаев Ахтылек. Бойцы в середину. Шестой бой нашего вечера. Ислам Улу Эляман против Патаева Ахтылека. Два бойца, которые наверняка после этого знают, боя приготовиться. Тайрдан Трас. Наверняка знают друг о друге и очень много изучали. Оба бойца являются кандидатами мастера спорта, один самбист. Первый раунд, и давайте посмотрим, это будет действительно красиво, на мой взгляд. Предыдущие два поединка закончились очень быстро, нокаутами. Как будет здесь? В атаку отправляется Ахтылек. Тейкдаун. Очень красиво, но здесь Эляман, похоже, контролирует ситуацию и держит своего оппонента в крепком захвате. Поэтому, несмотря на такой очень эффектный бросок от Шупатаева, все-таки Ислам Улу, не сказать, что проигрывает, вторая попытка. Когда-то эти броски на настил, я думаю, все-таки принесут ему пользу. Пока не очень. Пока не очень удается, и очень много сил теряет подобными действиями Шупатаев, учитывая, что оппонент его на 1 килограмм даже потяжелее, то здесь говорить о каком-то преимуществе приходится. Все-таки это легкий вес, даже легчайший, и здесь каждый килограмм на счету. А вот здесь неплохой захват, отлично поймал Ахтылек. Все-таки с точки зрения именно греплинга, борьбы, самбисты выглядят очень сильно. Но Эляман встал в такую полупозицию, пытается пробивать оппонента по корпусу. Интересно, насколько его хватит в такой ситуации. Ну и похоже, да, похоже, Ахтылек своего добился, сдался его оппонент. Мила Швейца, многократный чемпион по ММА, гордость страны, Машрап Ахтылек. Довольно странно, не сумели мы рассмотреть, но похоже, что здесь судья принял свое решение, и победа. Бойцы в середину. Давайте послушаем. Бойцы в середину. Удушающим приемом победа одержал Супатаев Ахтылек! Ну и действительно становится победителем шестого боя этого вечера Шупатаев Ахтылек, представитель команды Джашкуч.